Засунула я ему таблетку, мясо с таблеткой в рот. Шприцом набрала с аквариума воду, так чтобы тоже в рот ему налила, чтобы он глотнул. Еще в руках немного подержала. А он, оказывается, все это время это мясо во рту держал. Что я его в воду положила, смотрю. А ну, он выплюнул ее. Таблетку эту или кусочек мяса. Все это время держал во рту. Я не знаю, что мне теперь с ним делать. Вот он. Воздух он дышит. Или сейчас немножко в воду насыплю, совсем одну капелюшечку. Потому что если он не захочет в этой воде быть, то он вот на эту пирамидку встанет и будет воздухом дышать. Подержу его так немножко. Потом воду поменяю. Ну все, на этом буду отключаться.